Это здесь тебе идти, наверное. Спасибо, солнышко, спасибо. Привет, наверное. Танцевальная веснушка. Что она означает? То, что мы сейчас будем танцевать для наших любимых мам. Девочки, выходите. Я люблю тебя, мама. Thank you.
молодцы. Следующая веснушка. Ну, кто хочет посмотреть? Настя. А это веснушка поэтическая. А это веснушка у нас, ребята, песня. У нас сейчас Алёша.
еще Вероника. Вероника. У нас еще? Катя. Катя. Все. Выходите. Мамина песня. Да. Выходите сегодня. Ваня. А Саша у нас есть муж. Я не приглашаю. Ваня. Крючка. Так, все. Саша. Песню петь. Мамина песня. Катя, Алеша, Саша, Вероника. Различные инструменты.
ребята, с вами поиграем в игру. Повтори за мной. Будьте внимательны. Приготовили ваши ладошки. Слушаем ушки. Алеша, повтори за мной. Настя. Саша. Молодец. Еще разочек. А сейчас я предлагаю нашим родителям отгадать мелодии. У нас будут мелодии отгадывать две команды. Команда детей и команда взрослых. Начнем. Итак, начнем с вас. Я играю лишь маленькую часть песни, а вы должны ее послушать внимательно и назвать. Для кошки. Ответы правильные слышать. А какая песня Леопольда? Нет, я иду в вышине, солнце в небе светит. Самые главные песни какие? Поем. Неприятность. Эту мы переживем. Thank you.
сестра Вере. Первое задание для вас будет помощь бабушке. Да. Смотать клубочек. Кто хочет? Thank you.
Пахнет вкусная веснушка.
А я знаю, что наши малыши очень любят плясать и лепить пирожки. Ручки приготовили, да? Поздравляем с женским днем. Маме пряник испечем. Приготовили ладошки? Да. И печь пирожки. И мать, Тим. Играть, так что мы будем играть.
Thank you.
это веснушка цветочная. И сейчас наши джентльмены поздравят наших. Но сначала малыши поздравят. Да. Они придут. Так. Одну. Другую. Маша, ты где у нас? Где Маша?
Лина, папа, ой-ой-ой, как бы ты нас весь с тобой. Нужно ей никогда не встает. Прочитаем, что же там такого волшебного.